Ce? Ați câștigat în instanță împotriva primăriei. Da, am câștigat câte 1000 de lei. Am cerut 4000 de lei, dar am câștigat măcar așa. Și eu cred că data viitoare noi ne ducem la Consiliul Municipal, la ședințele De dimineață, de luni dimineață la primărie. Numai decât venim, chiar principal ne ducem. Să verificați dacă vă lasă. Sigur. Bună idee. Noroc. Da. Показать? Ты ждикат к примарии, а? Да. Что? Ну и просто все. Мы судились сегодня с примарией. Наши требования были признать нарушенным наше право на получение ответа на петицию, признать нарушение примарии принципа транспарентности, прозрачности и открытости заседаний муниципального совета. И мы просили взыскать компенсацию морального ущерба 4000 лей каждому истцу в связи с тем, что полиция блокировала вход в заседание муниципального совета и таким образом дискриминировала наше положение по отношению к журналистам. Да, вот мои молодцы, рекламанты. Да, было 7 рекламантов. По 4000 с каждого? По 4000 для каждого, мы, да. Мы просили каждому истцу, но, к сожалению, первая инстанция ограничилась 1000 в пользу каждого истца. А, значит, 7000 должна платить примария. Да. И кто судья? Судья таким образом частично удовлетворил наше исковое заявление, не присудив нам всю сумму. А что она? Судья Ангела Катана. Ага. Ши истцы, кроме... Значит, истцы... Кроме Ломакина. Сейчас скажу. Ломакин Александр, Виталий Возной, Букатару Виктор, Аркан Георгий, Белобородова Раиса, Триколич Наталья, Смирнова Татьяна. И да. Когда вы хотели зайти туда? Мы хотели зайти туда 20 декабря 2012 года. Ага. И то же самое они сделали по отношению к нам, полиция сделала 11 февраля. Повторила, тоже так же не пустила нас. Мы опять написали жалобу и опять нам на нее не ответили. Шхотерерия стопиамбели казурь, да? Нет, хутерерия, но мы... 20 декабря. Казул 20 декабря, да. Что, фото репрезентант примарии, сауна фото репрезентант? Репрезентант примарии на фост ши ла дата рекорд димай. Ага. Ши шакум... А, сам к сауж декат фэра ей, да? Да, я учитат легал, официал. А, мы цели. Пробавил да рос контесте, усфак рекорд. Жорти Катерия Антон Смит Штати, да. Примария. А 17-ка примета. Треба лор, дак ну вор се вене. Клар, мултумес. Вот это то, что, собственно, и показывал. Вот эту вот ихнюю авторизацию. Так называемую, которая уже никаких сил не имеет.